лопаешь, а? Кто это? Кто это сейчас сказал? Это микроволновка. А, да. Мамочки, я, кажется, схожу с ума. Со мной уже бытовая техника разговаривает. А сколько можно молчать? Ты так небрежно с нами обращалась, что мы все сломались и больше не можем работать. Ой, а и что же мне теперь делать? Вот именно, да-да, точно. Что-что, менять нас на новую технику. Ой, это ж сколько мне денег надо. У меня столько точно денег не будет. Может быть, вы мне еще послужите? Я вас беречь буду, честно-честно. Ну уж нет, это твои проблемы, сама их и решай, а нам на заслуженный покой пора. Да что я так распереживалась? Подумаешь, ничего, будет у меня новая техника. В 100 раз лучше прежней. Я же дежурная, в конце концов, так что что-нибудь придумаю. Ну вот, не зря искала. Какие цены приятные. Прям не верится даже. Наверняка есть какой-то подвох. Подвоха никакого нет, товар может быть оценен либо по причине повреждения упаковки, либо с механического повреждения. При этом весь товар работает исправно. Это что же получается? Можно сэкономить просто из-за царапинок? Ну это же просто здорово! Ну и что, что вмятинка есть? Работает-то техника исправно и на функционал ничего не повлияло. А это значит, надо брать. А вот на сэкономленные денежки тут же еще кучу всего приобрету. Хоть чайник, хоть микроволновку. И никто ни о чем не догадается даже, ведь повреждения в основном практически незаметны. Холодильник хоть и меньше всех возмущался, точнее он совсем молчал, его тоже давно уже сменить пора, ведь он у нас с советских времен стоит. Отправлю-ка я его на пенсию. Давно пора. Вот он, новенький мой, стоит и прям меня дожидается. А маленькие дефекты и незаметны почти. Их, чтобы увидеть, хорошенько приглядеться придется. Зато 4500 в своем кошельке сохраню. И вообще, можно просто так технику поставить, что и при тщательном осмотре ничего не заметишь. Вот у такого холодильника, к примеру, без подсказки, сама причина оценки я так и не нашла. А если у меня это все вдруг сломается и перестанет работать? Гарантию-то на уцененный товар вряд ли дают. А вот об этом вообще можно не беспокоиться. Гарантия распространяется абсолютно на любую технику, как и в обычном магазине. Ты, Благовещенец, если, как и я, найти сам повреждение не сможешь, зови консультанта, он тебе подробно все расскажет. Вот я удачно все-таки зашла. Мало того, что сэкономила, так еще и доставку крупной техники бесплатно сделают. Миленькие мои, родненькие, вы мне только служите, долго-долго. Ага, мы слышали, что старая техника от тебя отказалась. С вами все будет иначе. Я вас заботиться буду, беречь. Честно-честно. Ну ладно, так и быть, верим. Имя-то у тебя есть? Есть. Ирина, дежурная по рубрике.